Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с 1 сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк. Погнали! А сегодня я хочу поработать в доставке на этой ламбе. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру One State RP Mobile. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Да, что-то меня совсем прикололо на доставку на этой ламбе. Я действительно хочу проверить, насколько интересно и круто можно поработать, имея вот такую вот очень дорогую тачку на очень простой работе. Поэтому давайте сразу же как раз таки мы перейдем с вами в нашу замечательную работу. Как бы это у нас и бизнес в то же время, и, собственно говоря, вот такого вот работы на ламбе. То есть, курьер, завершите 4 смены. Окей, давайте мы с вами ставим меточку. Мы поставили сейчас только что меточку на замечательное, так сказать, место, где мы можем поработать. Но я почему-то сел на пассажирское сиденье. Окей, но это легко исправить, просто обойти машину. Кстати, эту игру очень часто называют карманной GTA 5. То есть, GTA 5 на телефоны. И на самом деле это так и есть, потому что и графика, и, собственно говоря, вот такой вот огромный город очень схож и похож на GTA-шку 5. Поэтому обязательно всем хочу посоветовать в нее поиграть на компьютере. Ссылочка, если что, будет в описании. Играйте и начинайте кайфовать вместе со мной. Тут на самом деле действительно очень много игроков. Прям вот много играет. Из-за этого, конечно же, бывает такое, что в меня кто-то вырезается, что у меня даже ламба что-то дымить стала. Но это не проблема, такое, в принципе, бывает. Окей, ну ладненько, давайте вот сейчас с вами... Ой-ой-ой, как меня заносит что-то на ней. Вот это я понимаю, супер доставка сейчас будет, это уж точно. Окей, ладненько, погнали. Давайте не будем давать повода таксистам в меня врезаться, а ехать будем аккуратненько, вот так вот. И нам остается совсем чуть-чуть доехать до курьерской доставки. Нам у нас находится, я так понимаю, тут. Или это нас хотят пихнуть на доставку не с ламбой, что ли, а с какой-то другой? Да не может быть. Эй, чувак, что ты творишь? Вот на такой тачке, на лансере он суету наводит. Вот это я понимаю, что это такое. Ладненько, давайте теперь вот подъедем вот сюда и вот тут уже проверим, что у нас тут будет по доставочке. Потому что ламба, это все понятно, это круто, это четко. И все в шоке, что я вот сюда приехал на ламбе. Посмотрите, все уже что-то под машину начинают кидаться. И кто хочет на ламбе покататься? О, сразу сели, начинают уже наводить суету. Ну ладно, все, все возле ламбы. Да, я сегодня буду на ламбе кататься. Меня все услышали. Так, окей, ладно, работа курьером. Подходим сюда и смотрим, выбрать. Нажимаем начать работу, то есть вот так умелый, а это уже занято. То есть мы можем только вот такую вот работу, доставка курьером. Окей, давайте так и сделаем. Так, ну все, мы только что приняли. Какой-то чувак сел на мою ламбу. И что он хочет сделать? Ну-ка, выйди. Ты понимаешь, что ты не сможешь покататься на ней? Ну-ка, быстро выйди, я сяду за руль, и ты покатаешься рядом со мной. Окей, давайте вот так вот сделаем. Садись, садись, дружище, я тебя прокачу без проблем, отличненько. Все, то есть он меня, в принципе, выгнать из тачки не может, и ему это, в принципе, и не надо. Но вот почему-то у меня теперь ламба не едет. Что он мне с ней сделал? Он что, мне ее сломал, что ли? Довольно-таки странно, что-то он мне поломал ламбу, что ли? Я не могу понять. Ну-ка, да, ее, видимо, я не знаю, ее либо... Ее либо сломали, но, чувак, вы сломали мне ламбу, она у меня не едет. Ладно, тогда придется сейчас взять заново, зареспавнить ее, потому что у нее какие-то проблемы. Окей, побежали быстренько, заново ее сейчас на парковочку поставим. А вот тут вот, окей, нажимаем, находим ламбу, где она у нас есть. Вот она, эвакуировать. И начнем нашу смену заново, то есть нам придется это сделать. Окей, садимся за ламбу, только за руль не садитесь, чуваки. Все к ламбе бегут мои, все к моей ламбе бегут и хотят на ней покататься.
получается. Окей, точка выдачи груза. Из-за того, что много людей играет, пипец, как тут круто. Так, но я тут не могу, походу, на ламбе. А нет, все, я взял. Садитесь, кто хочет со мной на ламбе покататься и доставочку повозить. Ну-ка, быстренько, быстренько. Let's go, let's go. Но, что это? Так, он садится, вот этот чувачок, или нет? Ну-ка, садись. Они прыгают на мою тачку. Непонятно, что делают. Окей, ладно, что-то какая-то суета происходит. Ладно, погнали. Погнали, погнали, погнали выполнять заказы на ламбе. Ё-моё, вот сейчас я понимаю, будет движняк. Сейчас будет реальная суета. Будем сейчас пробовать доставлять груз, собственно говоря, курьерскую доставку. Тут я вижу, что помимо меня очень много людей. Все, в принципе, работают, все наводят суету в городе. И этим мне нравится. То есть видно, что город живет, все дрифтят, все наводят суету. И где-то я тут должен оставить доставочку. Точка доставки, вот она. Все, отличненько. То есть первую мы выполнили, замечательно. Теперь погнали дальше. То есть, а кто еще на ламбе будет доставлять какие-то товары? Ну это же действительно жесть. Окей, поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в One State RP Mobile? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой телефон. И, кстати, нет разницы, что у тебя. Хоть Honor, хоть Samsung, хоть Huawei. Разницы абсолютно нет. Просто переходи по ссылочке в описании и начинай качать и играть вместе со мной в эту крутую и интересную игру, как GTA 5. Тут действительно весело, море позитива, море фана, много тачек, тут есть много заданий, и видите, как видите, все играют в онлайне, то есть тут действительно интересно, то есть нет одиночной игры, ты всегда будешь играть с игроками, ты можешь с кем-то познакомиться, подружиться, наводить суету, и этим действительно игра мне очень сильно нравится, поэтому обязательно качай, ссылочка будет в описании, как на iPhone, так и на Android, разницы нет, это действительно максимально топово и круто, и за этой игре надо поставить лайк, поэтому я там оставлю в описании ссылочки как на Android, так и на iPhone. То есть там такая ссылочка, если у вас Android, то у вас откроется Play Market. Если у вас iPhone, то откроется App Store. Вы скачали, начали играть. И, кстати, надо ввести мой промокод, чтобы сразу же получить много денег. А чтобы его ввести, вот что нужно сделать. И, кстати, ребята, как только зайдете в игру, у вас вот тут в верхнем углу будет вкладочка «Активировать промокод». Нажимаете на нее и туда выводите промокод Личи. Введи его, чтобы получить сразу много денег, поэтому обязательно так делать. Единственное, что до сих пор еще на айфонах нельзя вводить промокод, поэтому, блин, ребята, вам придется взять у кого-нибудь телефончик, чтобы это сделать, там ввести что-нибудь такое, и тогда будет все четко. Так, мы уже выполнили, вернитесь к точке выдачи, то есть мы только что выполнили одну, так сказать, смену, а нам нужно выполнить три, то есть действительно, чтобы получить все эти бонусы бизнеса, нам нужно повыполнять кучу заданий. Но в любом случае это весело и круто. И на самом деле, когда ты это делаешь на ламбе, у тебя это, во-первых, очень быстро получается, потому что ламба быстрая, ну как-никак, шустрая тачка и довольно-таки крутая. Поэтому одно удовольствие я действительно получаю от этого. Окей, поэтому сейчас будем принимать еще одну смену, потому что я хочу выполнять задания бизнеса и как бы становиться еще круче в этом бизнесе. Поэтому окей, но на ламбе это делать намного веселее и фановее. Прям вот кайф, кайф, кайф. Тем более тут народу реально много. И здорово, здорово! Тут прям вот действительно вот хочется играть, потому что, ну посмотрите, сколько народу, все играют, все кайфуют. И это действительно топчик. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике будет доставка на ламбе. Все, кто напишет слово доставка на ламбе, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи и One State. И всем до скорых встреч!